Привет, друзья! Вот сбылась моя мечта. У каждого бывает мечта купить фотоаппарат, купить себе камеру и начать свою деятельность. Так сказать, деятельность блогера, скажем. Но мне сегодня привалило счастье. Я купил себе камеру. Нет, не в коробке, которую вы видите. И не это. Видите, я прикупил себе всю аппаратуру. Да? Хочу заняться конкретно профессиональной деятельностью на Ютубе. Видите, все у меня есть сейчас. И вот моя камера. Fujinon HD Full Option. Как думаете, с этой камерой, Sony камера, шансы есть у меня? Хорошие фильмы делать. А, Султан? Салам тебе. Арслан, тебе тоже салам, брат. Что скажешь насчет моей камеры? Сработаемся или нет? Может, нам Пачанга сопровождать до Калифорнии солнечной с этой камерой? А то он с телефоном ходит по Риму, по Венесуэле снимает. Может, профессиональная камера у него, чем он там доллары будет раздавать? По $10 скинул бы нам. Так, пошутил я. Не буду я заниматься профессиональной деятельностью, потому что, смотри, вот эту ножку таскать будет очень тяжело. А так можно для себя чисто по дому. Так, ничего, камера, да? Что скажете? Да вроде ничего, пойдет. Так скажем, обзор Sony камеры. На этом закругляюсь. Жду ваши комментарии. Ассаламу алейкум.